Привет всем! Такое времечко непростое сейчас. Коронавирус, самоизоляции, карантины. И хотя работы полно и запланировано на несколько месяцев вперед, много всевозможных проектов, много всевозможных сервисных обслуживаний, всевозможных экспертиз. Когда ты сидишь в режиме дом, студия, машина, дом, хочется позаниматься чем-нибудь дурацким. Не потому, что уже такой, что все как бы заработано, а потому, что надо как-то вот почти чем-то бесполезным заняться, чтобы потом на контрасте заняться очень чем-то полезным. А после Пасхи традиционно у нас всегда завал. Завал по записям, по репетициям, по сервису, по людей, мероприятия, концерты. Сейчас все как-то это все скомкалось, и все это идет такими рывками. Поэтому сейчас я займусь дурной работой. Ну, посмотрите, если интересно. Пока ищется схема, покажу-ка я поближе. Весь масштаб чего-то тут напаянного. Пустое место. Вот пустое место. Ну, возможно, что и по два транзистора в ключе достаточно мощности. Там 15-дюймового динамика, может 12. Колонку самого он не привозил. Я уже не помню. Хотя G215, я думаю, означает в сонгинговской шифре. Это двухполосная, 15-дюймовая, активная. Вот, тут что-то, какие-то ужасы какие-то. Ну, поищем схему. Поищем. Обычная история. В сети написано сервис-мануал. Скачиваешь, там мануал пользователя. То есть, простой обман. Ну, и так много где. В общем, я так понял, что схемы нет. Это клон. Поэтому будем действовать интуитивно и по законам физики. То есть схема классическая, ну, немножко осложнит поиски нужных линков и деталей по схеме. Ну, не первый раз. Работа ж дурацкая, как договаривались. Поэтому компьютер нам не поможет, только ручками. Так, для начала отключим предварительный усилитель. Этим мы займемся позже. Сейчас важно проверить конечный каскад, силовую часть. Значит, путем простых измерений стало понятно, что вот эти вот короткая пара, это идет на динамик. Вот эта длинная удлиненная пара идет, и судя по зажимам, и по прозвонке, это идет у нас на драйвер высокочастотный. Конечно, когда колонка в сборе, это все сразу видно. Можно просто сфотографировать, вывести на монитор и все это видеть. Но мы будем тут гадать пока. Значит, вот у нас получился оконечник с выходом. Вот у нас такое есть гнездо еще, куда можно дополнительный кабинет подключать. Мы сюда можем подключить нагрузку. И включим это дело все через лампочку. Неизвестно, что там с усилителем. Так, сейчас включим через лампочку. Вот я его подключил. Индикатора почему-то никакого нет на передней панели. А нет, вот должны быть индикаторы, но они на предварительном усилителе. Сейчас послушаем, включается ли реле. Реле щелкает. Раз релюшка щелкнула, значит, с большой вероятностью постоянки на выходе нет. И конечный усилитель себя чувствует нормально. Это мы еще проверим при измерениях дополнительно. Сейчас, значит, надо разобраться с предварительным усилителем.
Так, оставляем пока аппарат на лампочке, мало ли что, сейчас подключим предварительный. Вот у нас два индикатора. Эти два индикатора означают синенький power, значит, включение питания. А это у нас будет клип и авария. Ну что, включим. Так. Синенький горит. И авария тоже горит. И что это имеется в виду? Вот такая у нас задачка. Вернее, не задачка, а загадка. Что же это означает, этот клип? Означает он какую-то проблему. Так, ну что ж, придется покопаться. Тут у нас какие-то вот провода оборваны. Вот это все разболтано. Вот это все. Короче, красота полная. Подключим осциллограф на выход. Посмотрим, что там творится. Без нагрузки пока. Ну, прямо скажем, ничего такого страшного пока я не вижу. Почему горит клип? Сейчас подам сигнал. Сигнал у нас не идет. Никакой. Какие-то у нас идут броски. Так. Какая-то ерунда у нас, а не сигнал. Вот у нас какие-то идут. Какие-то пульсации. А если отключить предварительный? То если мы отключаем предварительный, то все ровненько. Сейчас попробую подать на него. Ну, усилитель, похоже, работает. Это я пока касаюсь щипом. Мы потом подадим генератор. Ну, не работает у нас прям. Понятно, значит, проблема локализована. Какое замечательное занятие я себе нашел на карантине. Я думаю, что нужно померить питание предварительного усилителя. Меряем мы его относительно Земли. Земля у нас синенькая. Где у нас там получается? Вот это у нас Земля. Вот это у нас минус почему-то 6 вольт. А здесь плюс 3 вольта. Так, а если мы относительно... Давайте посмотрим. Ага, у меня выключено питание. Ну, здорово. Так, еще раз повтор. Это у нас ход усилителя. Не должно быть ничего. Здесь у нас земля 0. А тут у нас минус 16,5 вольт. Тут 16 с плюсом. Значит, с питанием все нормально. Копать будем прям. А потом у меня на студии закончилось электричество. Поэтому предварительный усилитель я не успел доделать. И, видимо, завтра утром буду доделывать и доснимать. Если интересно, я видео окончания этого дурацкого проекта выложу как часть вторую. Если будут лайки. Если не будут, если никому не интересно, то оно будет просто лежать в архивах.
Ну, вот такой дурацкий день, но он по-дурацки и закончился, потому что в самый такой момент электричество вдруг отключилось, причем на всей студии, не в одной лаборатории, а везде, потому что где-то в парке стали обрезать ветки и, видимо, обезопасили себя. Ну, по-моему, нормально. Всем пока, спасибо, что смотрели.